В 11 части цикла «Социология войны» мы обсудим проекты канала Бен-Гуриона. Параллельно с израильскими атаками на сектор Газа, проект канала Бен-Гуриона, который впервые был предложен в 1960-х годах в качестве альтернативы Суэцкому каналу, стал центром дискуссии. Что же предоставляет собой этот проект канала? Проект, который именуется как канал Бен-Гуриона, предусматривает соединение Акапского залива со Средиземным морем. Если проект канал Бен-Гуриона будет реализован, он будет предоставлять собой альтернативу Суэцкому каналу. И те, кто будет контролировать канал Бен-Гуриона, будут иметь огромное влияние на мировые маршруты поставок нефти, зерна и морских перевозок. Как видно на карте, сектор Газа находится непосредственно на пути маршрута планируемого Израильского канала. Более того, насильственное перемещение Израилем жителей сектора Газа подкрепляет предположение о том, что одно из целей нынешней войны сектора Газа может быть именно реализация строительства канала Бен-Гуриона.